Так, всем привет. Мы Гмадион. А сегодня гроза. Будет крак. Вот мы и молнию сняли. Страшно немного. Я только сейчас с улицы прибежал нафиг. Фига я драпанул, ребят. Конвективные грозовые шквалы. Ветер обещает 18 метров в секунду, 25 где-то. И град. Возможно, может упасть. Это больше не сверкает. Я думаю, сверкнет. Нам надо вот только лишь подождать. Конвективная гроза, блин. Ну нифига я смотался нахер. Вот молния была. Почему-то я весь истекаю потом. Надеемся, она пройдет по касательной. Ну да. Снимем 10 минут, потом вторую часть, ребят. Нет, ребята.
Третье. Ну иди. Я не сплю с 7:30 утра. Но это не значит, что там гроза, там все дела. Просто проснулся и все. Слишком рано. Сверкает, ребят. Чё, минуло, что ли? Ну вот тут, видите, вот чёрное небо. Ну себе такое. Но это не центр города, а окраина. Зато можно снимать. Молния гремит. Деревья колышутся. Все страшно, пипец. Гремит, а я не вижу молнии. Mm-hmm.